Линде пришел жених. Серый пушистый котик. Как он ее нашел? Тут десятки окон, а он пришел куда надо. Но опоздал, она уже вышла у нас замуж. Так что, котик, зря ты пришел. Ой, она вон проснулась, сейчас придет к тебе на окно. Иди посмотри, кто там. Прыгай. Давай. Оп. О. Ага. Кто это? Шерсть дыбом вся стала. Всё, явно она недовольная. Котик симпатичный, но не той породы. Блин, чего ты так зерошилась? Кошечка. Все, теперь женихи табунами будут водить к нам. Ты же выросла, кошечка, да? Под окнами уже накидали кучу мусора. Линда, расслабься. Ты как этот дикобраз. Не бойся, он же за сеткой. Кошечка, чего ты? Так, я сейчас буду окно закрывать, раз у тебя такая реакция. Линда. Иди сюда. Давай я закрою. Хорош, а то инфаркт получишь, ты что? Давай, закрываемся. Все, окно закрыто, не бойся. Спокойно садись. Садись, не бойся. Садись ближе, не бойся. Хвост распушил. Дай пощупать этот хвостик маленький. Не дается. Же кот шикарный, но не тот. Интересно, так проверяет, ушел он или нет. Все, ушел котик, не выдержал, не дождался.
Еще один кавалер пришел. Кошечки. Котик. Только он охрип, ничего не слышно. Ротик открывает, а звука нет. Так что Линда у нас популярная кошка. Со всего района коты идут. Котик.